Автоинспекторы встретились с будущими водителями. В этот раз сотрудники ГИБДД рассказали о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Особенно уделили внимание тому, что водители, находясь в нетрезвом виде, не могут адекватно оценивать обстановку на проезжей части. Затормаживается реакция, вождение становится более агрессивным и рискованным. Эти факторы и приводят к серьезным авариям.